Ну, давайте попробуем еще раз с 3 метров и с 5 метров попасть в бутылочку ножами Дятел 2. Расстояние 3 метра. Пойдемте немножко поближе. Как лучше взять-то? Посмотрим, что у нас получилось. Примерно вот так вот все 6 ножей пришли. Вертикаль выдержана. А в бутылку 4 штуки попали в бутылку. Давайте сделать то же самое, но с 5 метров, что будет гораздо сложнее. Это отметки 3, 4 и 5 метров. Сейчас давайте попробуем с 5. Ну, пойдемте глянем. Дистанция 3 метра. Ну как-то так.